Сутки ложник. Седьмой лещ. 6:25. Пауза. Попался во как. Хорошо, короче, сходов бы не было. Сачок тут, короче, ни к чему был. Полукилограммовик. Пауза. Пошел, пауза. А что у тебя тут-то? Вот тут. Восьмой. Паузу нажимай. Че у тебя опять с опозданием? Девятый лещ. Маленький подлещик. Грамм на 300. Пауза. То ли 9-й, то ли 10-й. Нажимай. Ну вот, 10 штук лещей. Можно сказать, 3 леща и 6 подлещиков. Складывай. Подлещик. Короче, грамм, наверное, на уже 300-х. 7 штук получается. 7 штук. Ой. Не 7, 11. 8 мелких вот таких вот. Ну, не таких, там еще есть покрупнее как бы. Ладно, нажимай паузу. Давай, червя. Короче, ребята, 11 лещей. Настроения нет. Буду сваливать. Сейчас время скажу, сколько. Короче, время у нас 8:07. Обычно я до 10 рыбачу. Тут еще пару часиков можно было порыбачить. Но я сегодня вообще всю ночь не спал. Вообще бессонница была просто. Так что сейчас поеду домой. Там, скорее всего, поеду узнавать насчет лицензии охотничьей. Вот такие дела. Ладненько, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте классы, если кому-то понравились эти видосики про моих лещей. Все, всем пока.